Поклонники Ивана Урганта скорбят. Больше полугода назад знаменитый телеведущий пропал из поля зрения поклонников. Его одноименное шоу убрали с телевидения, а шоумена перестали приглашать вести мероприятия, лицом которых он был годами. Единственная возможность узнать, как поживает Иван Ургант, это заглянуть в его социальные сети. Там накануне разместили печальное известие. В микроблоге артиста появилась черно-белая фотография человека, чертовски похожего на него, а также текст о похоронах. Шоумен решил вспомнить свою покойную маму Валерию Ивановну, которая могла бы вчера отметить свой день рождения. А я-то, дурак, был уверен, что больше похож на папу. Трогательно отметил он. В своем посте Иван Ургант вспомнил все лучшие качества ушедшей матери, а в конце отметил, что рядом с ним теперь есть маленькая дочь, с таким же именем и чертами лица, как у бабушки. Поклонники, прочитав сообщение о смерти, принялись скорбеть вместе со своим кумиром. «Царствие небесное вашей маме. Ваня, дорогой, сколько светлой грусти, я прослезилась. Светлая память Валерии Ивановне», — пишет народ в комментариях. И среди этих слов появились послания к самому ведущему, в котором россияне оплакивают Ивана Урганта после исчезновения с телевидения. Именно в этот день поклонники решили написать, как сильно им хочется видеть своего кумира. «Многие ждут и верят, что он вернется. Иван, как соскучились по вашей программе. Нам вас очень-очень-очень не хватает», — обратились к Урганту пользователи.